Сергей Сморчков. Скромный паренек неполных 14 лет, родом с Петелинского района. На деле оказался настоящим героем. В ноябре прошлого года он спас двух взрослых мужчин, провалившихся под лед. Услышал хруст, оборачиваюсь, а там в воде мужчина. На помощь шел еще один мужчина. Он лег на лед, и он тоже провалился. Потом мне отрезали два конца веревки. Пока я бежал, один потерял. И мне осталось только один конец веревки. Я лег на лед, кидал мужчине, который провалился, второй. Потом я вытащил к берегу. И потом какой-то мужчина дал веревку уже толще, и мы вытащили первого мужчину. Конечно, я его отругал. Все было. Ну, сейчас уже, конечно, я горжусь своим сыном. И сегодня в Министерстве образования Рязанской области юному смельчаку вручили знак «Горячее сердце», которым награждаются дети и молодые люди, которые не растерялись в экстренной ситуации и совершили героический и мужественный поступок, пришли на помощь людям. Позвольте мне вручить Сергею диплом, значит, «Горячее сердце» и нагрудные знаки, а также удостоверение Всероссийской государственно-общественной инициативы «Горячее сердце». Значит, Сергей в числе других ребят, удостоенных этого звания, занесен в книгу почета, значит, «Горячее сердце», которая издана Фондом социально-культурных инициатив, сегодня также Сережа вручается. В повседневной жизни Сергей скромный человек, хорошо учится в школе, занимается музыкой. Друзья и товарищи относятся к нему уважительно. Спасти жизни сразу двух людей, рискуя собственной. Только вдумайтесь в эти слова. Такой поступок, безусловно, выше всяких похвал.